Всем привет! Сегодня состоится полуфинал в рамках квалификации в Star Series 14 сезона, и сейчас я вам расскажу о том, что нас ожидает в 5-м раунде. Поехали! При великому сожалению, по результатам вчерашнего игрового дня, последние два коллектива из семи-серии закончили свою игру на турнире. Таким образом, четверка финалистов будет сформирована исключительно из команд из Аматорки. Тем не менее, печалиться не стоит. Ведь большинство команд были сформированы из недавно распущенных стаков. Так, например, в составе ХВЗ находятся такие игроки, как Кант, Бараш, Ярджитсу и Мипошка. В состав же коллектива Кореш вошел игрок The Apathy из недавно расформированного коллектива Revival. Ну и последней командой, которая примет участие в полуфинале, стал коллектив 20 апреля, также известные как ученики Envy, которые в последнее время принимают участие в большинстве минор-турнирах. Турнирную сетку, а также каналы трансляции вы видите прямо сейчас на своих экранах. Игры пройдут на 3-м и 1-м канале в формате Best of 3 в 18 сет. Будем надеяться, что мы увидим зрелищную доту в формате Best of 5 между сильнейшими коллективами уже послезавтра. Но на этом я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорых встреч.